И всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. И сегодня мы с вами снова продолжаем играть в Roblox Blocksfruct, такую рубрику, как Путь Стрелка. Это уже 6-я серия по этой рубрике. И в этой серии мы пройдем с вами этот остров под названием Небесные острова. Ну, давайте возьмем первый квестик. Это квест на небесных бандитов, и сейчас я покажу, где они находятся. Они спавнятся у нас вот тут, и нам нужно убить их 8 штук. Давайте начнем это делать. Ну и вот остался последний NPC, давайте я его убью. И нам начислило сразу плюс 3 уровня. Ну и давайте всю стату вложим в, ну понятно, в оружие. Ну и давайте продолжать фармиться. Ну и давайте я вам покажу, как происходит фарм этих NPC. Значит, берем квест и идем выполнять. Сейчас я вам буду показывать это без перемоток. Ко мне, кстати, зашел мой друг и еще какой-то чел. Пришел и убил моего NPC. Ужас просто. И сразу же вышел. Капец. Круто, чё? Ну вот так, собственно, и происходит фарм одного квеста. Ну и вот мне стал доступен новый квест, и он стал доступен мне со 175 уровня. И давайте я вам его покажу. Точнее, NPC, которых мне придется убить. Вот они и находятся здесь. Их кто-то надамажил. Ну и вот так мне придется их убивать. В общем, мне стал доступен новый остров еще со 190 уровня. Но сейчас я объясню вам, почему я накопил 200 уровень. Я его накопил, чтобы мы с вами прямо сейчас получили такой меч, как Сабер. Этот меч нам нужен для получения Observation Haki. Если вы не знаете, что это, то, проще говоря, это штука, которая помогает вам гарантированно уклониться. Мы начинали квест на меч Сабер еще в прошлых сериях. Сейчас нам нужно приплыть в город с боссом, у которого фрукт-чоп. Также я пригласил своего друга, чтобы он мне помог убить финального босса. Вот он, кстати, там плывет. Вон он, этот остров с флажком, вон там.
Нам нужно туда сейчас. Ну и мы почти приплыли. Нам там придется поговорить с богатым человеком. Это по сюжету отец того, которому мы дали воду. Или сын. Ну и короче, он нас отправит убить босса. Вот на том вон маленьком острове, где сейчас у меня находится кнопочка Dash. Вон там будет босс, короче. Вот он стоит, давайте с ним поговорим. Ну да, теперь нужно убить того босса. Вон он, тот остров. Думаю, туда можно спокойно доплыть и без корабля. И вот, собственно, у нас этот босс. Давайте заберем алмазный сундук сначала. Ё-моё, чё сюда игрок пришел? Всё, мы забрали босса, теперь пора возвращаться. Круто, игрок, к которому я случайно попал, утонул, и мне засчитали его убийство, понятно. Ну, конечно, с фруктом песка в воду прыгать — это очень мощно с его стороны. И теперь, когда мы поговорим с этим богатым человеком, он должен дать нам религию, которую мы вставим в джунгли. В храм в джунглях, точнее. Вот она, реликвия, и давайте поплывем ее вставим. Конечно, такой графики лагает, пипец. Я написал другу то, что я плыву в джунгли. Чтобы он там готовился.
Вон он бежит на своей кицуне. Все, правда, тут нет босса. И это печально. Кстати, я на нем могу покататься. Вот тут уже есть босс. Мне пришлось много серверов достаточно сменить. И давайте его начнем убивать. Друг, кстати, не заходит, поэтому попробую его в одиночку ушатать. Ладно, надо отойти, а то он меня сейчас убьет. Блин, он отхилился. И что делать? А. Ну понятно, что делать, в принципе. Понятно, я даже не удивлен. О, босса убили. Ну и мы залутали меч Сейбер. Круто. Ну и давайте отправимся на новый остров. Я, если честно, вообще в душе не ебу, что это за остров, но давайте отправимся. Надо, кстати, уже себе найти аксессуар на стрелка. Будет очень полезно. И уже думать о смене оружия, в принципе. Потому что я уже накопил 139 мастери. Нужно качать новое оружие, которое будут посильнее. А, это тюрьма. Я совсем забыл про нее. Там чей-то корабль припаркован. Кстати, тут находится NPC, с помощью которого мы сможем перейти во Второе море. Точнее, сделать квест, чтобы в него перейти. Ну и на этом все. Спасибо, что смотрели. Всем удачи и всем пока-пока-пока.